вона звернулася нам насамперед. Ми їй все детально прописали ці речі. Чому вона написала знову ж таки на комісію, що люди, що ми самоусунулись? Ну, зовсім ні. Ну, чому прописали? Що у вас немає повноважень? І це, що немає повноважень, тому що, ну, які можуть бути дії? Ну, вона звернулася, напевно, щоб якусь допомогу знайти. Смотрите, можна я? Уже вопрос по Мінісирою, і його розкладило зіграння нами, і всі ми знаємо, як будь-яку проблему. Вопрос касается не только Иланинского района. Да? Абсолютно. Когда Татьяна Васильевна начинает выступать, я вас здесь пригласили, и у нас и голова Иланинского района даже администрации, да, и голова Иланинского районной рады, старший следующий следующего управления главного управления нацполиции Миколаевской области. Да. И старший инспектор заступной ведущий видел различных офицеров полиции, нового управления национальной полиции Миколаевской области. Далее. У нас директор ДП Иланинского лесового государства и Кузнецу, Васиянский, сельский голова Иланинского района. Уважаемые коллеги, насколько я понимаю, проблема следующая. Лесхоз за сегодня за себя отвечает. Сельский совет, соответственно, тоже. То есть на балансе никого нам не числится. Полиция со своей стороны, там, либо любой контролирующий орган, если такой факт обнаруживают, соответственно, ущерб никому не нанесет. Естественно, никому предъявить претензии тоже вы не можете. То есть вырубка может происходить по факту свободно. Ну, давайте все называть как бы своими именами, как оно есть. И наказать за это никого невозможно. Поэтому любое решение, которое мы сегодня тут приняли с вами, любую рекомендацию, там, ЖД Запад и так далее, это кардинально не изменит ни ту ситуацию. За таким образом мы можем собираться неоднократно и того, что буду вступать. Тут вопрос в том, что здесь должны принять меры по защите этих полос именно землевластники, потому что это защищает их поля. Да? Здесь может быть только их инициатива. Если я не ошибаюсь, а меня поправят, как бы... А можно, дозвольте еще мне сказать тут... Я вот здесь этого же вопроса еще продолжу. У нас, если я не ошибаюсь, еще в прошлом году у нас еще было звание до Верховной Рады Украины, которое мы отмечали и просили на законодательном уровне урегулировать этот спор. На сегодняшний день это не случилось. Поэтому повторяться можно, насколько это будет эффективно, непонятно. Не, но есть один законопроект, который уже прошел, принято постановление, и оно должно было дальше быть передано на рассмотрение, которое предусмотрено передачу в аренду частным юридическим лицам. Частным юридическим лицам, чего нет на сегодняшний день. Он есть зарегистрирован. У меня есть предложение. Держава, сегодня оно держит, это землезапасы. Ну на самом деле. Это держава. А чему держава власть? Держава когда? Это земля. Совершенно точно. Начальник сельхозу управления говорит абсолютно правильные вещи. Совершенно точно. Есть предложение. Я не знаю, насколько оно как бы будет грамотно звучать. Ну, уважаемые коллеги, вы его услышите, пожалуйста, если что там дополните. Значит, если мы создадим какое-либо коммунальное предприятие на базе нашего областного совета и попросим Держгеокадастр, который эти земли все там просчитает, зафиксирует те факты вместе с лесниками, что у нас осталось по большому счету, да, и хотя бы хоть какой-то минимальный контроль, но мы можем обеспечить этому вопросу. Если этого не сделать, этот вопрос мы будем слушать на основании звернення другого депутата, третьего. Хорошая идея. Более того, землевластники могут финансировать немножко это. Я еще раз говорю, это их интерес. В рамках коммунального предприятия можно находить любые хозяйственные отношения с любым субъектом хозяйственной деятельности. Пробить их полосы и соответствовать. Лесосмуги, так звание. В своє время наші батьки і діди вручну сапали, садили, вручну полювали, вихажали. Тепер постанову. Мають те, що мають. Є принципіальне возражение по цьому вопросу? У нас тільки лісосмуги, тобто не розглядається питання, щоб частину цих полезних лісосмуг зварити як ландшафтні парки. Вони функція. У нас апріорі це розглядатися, ну це не наша компетенція, скажімо, це вже буде питання до представників Мінприроди. Скажімо, як, ну, я не думаю, що це можна розглянути знову ж таки, якщо це здається, якийсь об'єкт природозаповідного фонду, насамперед там треба межі.
Ну, ми розуміємо всі, іде землекористувач і будуть оці вузенькі лісосмуги, які це буде... Справа навіть не в цьому, колеги. Поля обробляться хімікатами. Який там парк може бути? Ті люди. Це місце захисна смуга. Це зовсім інше. Тому що зараз йдуть масштабні роботи по розширенню природних заповідників. Іде ті території, які можливо включити у природні заповідники, наприклад, Івановський степ. Тобто ті території розглядаються і помічаються. Тобто ця робота ведеться стосовно включення. Ну, а не стосується лісозахисних смуг, які на парк. А це, наприклад, і лісові смуги.